Отступление от истины и веры может существовать в двух формах. То есть первая форма – это ереси. Кого сейчас можно отнести к еретикам? Это самые различные пятидесятники, свидетели Иеговы, потом вот всякие, ну это я имею в виду именно в христианском таком понимании, монофизиты всякие, ариане всякие, которые существуют, к сожалению, до сих пор. То есть это те, которые искажают наше писание, искажают нашу веру. И вторая – это в неверии, в полном равнодушии ко всякой вере, в атеизме и в богоборчестве. То есть я объединил вот эти два, то есть атеизм и богоборчество, потому что я все-таки считаю, что именно атеизм и является богоборчеством. То есть, чем они отличаются? Атеист, он не делает какую-то активную борьбу с Богом, а вот богоборчество как раз является активной борьбой против Бога, против церкви. То есть, это у нас с вами, к сожалению, произошло в советские времена. Здравствуйте, я Иерий Анатолий Слободчиков, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца, село Плесы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем акафист Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, ко Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве.